второй раз записываю этот блог, то есть первого раза меня как-то посмотрел не очень. Передаю привет тебе, диджей Швецов. Сегодня мы с тобой встречались, то есть ты мне написал ВКонтакте, что хочешь мне продать водку за 10 евро. Вот, Немиров, вот эту водку ты мне продал сегодня. Спасибо тебе. Ну, понятно, что ты мне продал по старой дружбе. Мы с тобой не первый год знакомы. Иногда не так часто переписываемся или звоним друг другу. Но я тебя помню, потому что ты мне давал в общем интервью. Этого интервью нету, но есть пост в признавашках. Еще раз повторюсь, что я немного тебе завидую, но я рад за тебя, за твой успех и что ты стал успешным диджеем в Даугавпилсе. Конечно, сегодня ты мне сказал, что уезжаешь в Германию. Не спросил куда, но желаю тебе хорошо выступить в Германии как даугавпилскому диджею. Мне проще тебе называть диджей Швецов, чем Андрей Бабахов. Вот просто Андрей или диджей Швецов. Еще раз спасибо тебе за водку Немиров. Сегодня я не буду делать на обзор водку Немиров, а буду в конце этой недели, то есть где-то в пятницу, либо в субботу. Ну, там будет видно, потому что выходные и сам раз идеально подойдет для обзор водки на Немиров. Ну и в общем, старые и новые мои подписчики, ждите, в общем, новый блог или вот уже на обзор водки Немиров. Всем пока!